Добрый день, друзья! С вами Секрет Мастера. Приобрел в Китае замечательный набор для байки в виде электронного LED-сердца. Набор включает высококачественную плату с установленной микросхемой управления светодиодами. Вам потребуется впаять USB-гнездо и кучу светодиодов. 16 штук желтых, 138 зеленых и по 30 штук красных и голубых. Устанавливать светодиоды, плату, надо правильно. Ошибки исправлять будет трудно. У меня сборка удалась. Делюсь своим опытом. Главное знание при сборке – это длинная нога светодиода, которая является положительным электродом. Монтаж начинаем с центра, с установки желтых светодиодов. Лучше устанавливать их по кругу через один. Припаивать, обрезать электроды и дальше заполнять круг. В процессе монтажа выяснилось, что вся маркировка на плате правильная, ошибок маркировки нет. Не обрезайте электроды светодиодов до сборки. Это будет провоцировать ошибки. И кроме того, длинный электрод при пайке является дополнительным теплоотводом. Желтые светодиоды установлены на свое место. Зеленые светодиоды также лучше паять по кругу. Так удобнее. В процессе сборки делайте перерывы на отдых. Главное не ошибиться, исправлять ошибки трудно. Я паял плату неспешно и потратил на это 3 вечера. При пайке по возможности удаляйте излишки флюса. После установки зеленых светодиодов не ошибитесь при пайке красных и голубых светодиодов. Проверьте пайки после установки всех светодиодов и очистите плату от флюса при помощи спирта. На видео показано первое включение. Сперва показалось, что плата не работает, просто горят все светодиоды. Но предательского дымка от микросхемы не было. Выключил свет, и вот оно счастье. Плата работает! После тестирования выяснилось, что не работает всего один светодиод, который был потом заменен. После проверки поместил сердце в корпус. Корпус лучше купить сразу, он красиво смотрится и главное защищает плату от повреждений. Корпус крепится к плате при помощи двух винтов. Честно, так и не уснил, сколько времени длится программа смены рисунка. Но итоговая картинка смотрится красиво. Ваша возлюбленная должна оценить эту работу. Ссылки на покупку набора в описании к видео. А все подробности сборки смотрите на сайте Секрет Мастера. Спасибо за просмотр!